Доброго денечка, друзья! Речь пойдет сегодня о строительных лесах. Основная задача моя – сделать леса мобильными, сделать легкими и регулируемыми по высоте. В общем, те леса, которые я видел, которые в большинстве используют, на мой взгляд, мне это не подойдет, потому что я строю, как обычно, один. Супруга здесь мне не помощник. Но потребность добраться до свеса и до коньков есть. Поэтому нашел на просторах интернета один интересный вариант, соответственно, приспособлений для лесов, как раз для удержания настила. В общем, сегодня постараюсь его сделать, показать, и в конце подведем итоги по стоимости, по времени на изготовление этих приспособлений. Давайте начнем работать, я все покажу, все расскажу. Погнали! Друзья, у меня есть два листа фанеры, 15 мм толщина. Это был один лист большой, 1,52 м на 1,52 м. Я его распилил напополам, и, соответственно, с каждого листа у меня получится по две опоры, которые я вот хочу изготовить. Высота опоры у меня будет 38 сантиметров, длина опоры, полная длина, 76 сантиметров. Рабочая поверхность будет 40 сантиметров, это две доски 200, можно так сказать. Давайте я покажу вам, как я расчертил. Итак, верхняя часть, нижняя часть, я ее сделал скошенной. Здесь будет проходить доска, здесь один болт у меня будет, здесь второй болт. Соответственно, здесь я хочу еще сделать доску, сюда прикрутить для жесткости. И сюда, наверное, тоже небольшой брусочек я прикручу. Посмотрим. Три приспособления для лесов я изготовил. Вот так они выглядят. Здесь стоит проставочка. На четвертую мне не хватило болтов. У нас поднялся ветер. Извиняюсь за шум динамики. Изготовлены подставки. Давайте посмотрим, как это будет на стойках выглядеть. Удержит она меня или не удержит. Начнем с небольшой высоты. We'll be right back.
меня есть задача набрать 10 тысяч подписчиков к концу июля. Если ты смотришь это видео и оно тебе нравится, нажми, нажав кнопку подписаться, ты очень поможешь мне в достижении цели. И давайте подведем итоги по изготовлению этих подставочек. Фанера 1 м на 1 м 50 см, 1300 метизы, болты, гайки, шайбы, шурупы обошлись порядка 350-400 рублей. Итого изготовление практически 2000 рублей, порядка 4 часов затраты. Соответственно, понадобилась мне паркетка, шуруповерт и по сути все. Ну, линейка, конечно. Единственный момент, не забывайте вот про этот уголочек, потому что подставочки могут скатываться вниз, особенно когда доска лежит с края. Дальше у нас будет крыша. Следующее видео я буду накрывать крышу. Спасибо, что остаетесь со мной. Всем пока. До новых встреч.